Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Нас уже 60. Спасибо вам большое! Сегодня хочу вашему вниманию представить обзор южнокорейской банкноты номиналом 1000 вон 1983 года. Лицевая сторона. В правой части банкноты портрет Ли Хвана. Годы жизни 1501-1570. Пояснительная надпись вот здесь присутствует. Ли Хван – конфуцианский теоретик, мыслитель, поэт, придворный ученый. Также известный как Тхвеге. Был великим философом и конфуцианским ученым. Он отказался от высокого положения в правительстве в 1559 году и вернулся в свой родной город, чтобы учиться и воспитывать молодых ученых. Один из крупнейших теоретиков сунского конфуцианства, этико-политического и религиозно-философского учения о нравственном поведении человека и основанное на морали, социальном порядке, возникшее в Китае. Как и некоторые другие восточные религии конфуцианства, часто интерпретируется как образ жизни, который на протяжении 2000 лет поддерживал религиозное единство китайского народа и способствовал этнической консолидации. В правом верхнем углу банкноты орнаментировано изображение головы рогатого оленя, являющееся совмещающимся изображением. Легенды многих стран Азии всегда относили журавлей и оленей к проявлению высших небесных сил. В Корее они символы земного бессмертия. Олень с рогами в Корее символизирует семейное счастье. Слева от портрета на фоне орнамента, вот этот орнамент, скажу вам, вы потом увидите, он отражается в ультрафиолете. На фоне орнамента, где также изображены олени, сосуд с кистями для каллиграфии. Каллиграфия от греческого «красивый почерк» – это одно из направлений изобразительного искусства. Еще каллиграфию часто называют искусством красивого письма. В центральной и верхней части на фоне орнамента надпись «Банк Кореи». Ниже пояснительная надпись «1000 вон». На корейском языке. Под надписью снова повторяется надпись «Банк Кореи» зелеными буквами. Номинал банкноты цифрой расположен в левой верхней и в правой нижних частях банкноты. Рядом с номиналом серийный номер. В центре банкноты также есть печать губернатора Банка Кореи. Внизу, вот здесь, традиционный корейский символ гибискус и инь-янь, по-корейски тхэгык. Обратная сторона банкноты. А, также я не сказал, что имеется рельефная вот здесь рельефный элемент для людей с ослабленным зрением. Так. И также здесь есть такой защитный элемент. Обратная сторона. Лицевая сторона бумаги немного глянцевая, обратная матовая. В центре банкноты размещено изображение Академии в Досане. Это здание Конфуцианской Академии в городе Андон, основанное Ли Хваном. Вот здесь пояснительная надпись. Школа была построена на месте, где Тхвеге, то есть Ли Хван, обучал своих учеников. Это одна из трех великих конфуцианских школ. Там содержится более 4000 книг. Там же похоронен сам Тхвеге. Над изображением надпись на английском языке «The Bank of Korea». В левой нижней части банкноты размещен номинал 1000 вон. И под ним мелким текстом «Корейский монетный двор». В верхнем левом углу
также повторяется орнаментированное изображение головы оленя, головы рогатого оленя, являющееся совмещающим изображением. Вся левая часть покрыта геометрическим орнаментом. В правом верхнем и нижнем углах цифрой номинал поверх орнамента. Размер банкноты 151 на 76 мм. Банкнота содержит водяной знак в виде портрета, защитную нить и совмещающее изображение. Банкнота данного типа введена в обращение 11 июня 1983 года. Давайте взглянем на банкноту в ультрафиолетовом свете. Наблюдаем по центру свечения такого вот узора. Вот этот узор, он светится, который был. Также есть защитные волокна, светящиеся. Это с лицевой стороны. Обратная сторона. Светится волокна. Так выглядит банкнота в ультрафиолете. Вот такой был обзор банкноты Южной Кореи 1000 вон 1983 года. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, ничего не ставьте. Подписывайтесь на мой канал и следите за моими очередными выпусками. С вами надолго не прощаюсь. Всем желаю добра. До новых встреч.